Евангелие от Матфея, 1 глава. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фомари. Фарес родил Эсрома, Эсром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона. Салмон родил Ваоза от Рахаву, Ваоз родил Авида от Руфи, Авид родил Иесия. Иесия родил Давида, царя. Давид, царь, родил Соломона, бывший Заурию. Соломон родил Раваама. Раваам родил Авию. Авия родил Асу. Аса родил Иосафата. Иосафат родил Иорама. Иорам родил Азию. Азия родил Иоафама. Иоафам родил Ахаза. Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манассию. Манассия родил Амона, Амон родил Иосию. Иосия родил Иакима. Иаким родил Иохонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иохония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля. Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Илиакима. Илиаким родил Азора. Азор родил Садока. Садок родил Ахима. Ахим родил Елиуда. Елиуд родил Елиазара. Елиазар родил Матфана. Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов. И от Давида до переселения в Вавилон 14 родов. И от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святаго. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого». «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется речение Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет, родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее.
как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус. Евангелие от Матфея, глава 2. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводства Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, сей ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына своего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода сей ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти. Но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет.
да сбудется реченное через пророков, что он Назареем назовется. Евангелие от Матфея, глава 3. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед». Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне древа лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в свою житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от тебя. И ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. И крестившийся Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небесе глаголющий: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Глава 4. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедуют о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Иисус сказал ему: написано также, не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан был под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова, на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить:
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Евангелие от Матфея, 5 глава. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: „Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, и чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде, примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал бы тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кондранта. Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену.
А если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое будет ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним? Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе. Ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что оно подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше. Да-да, нет-нет. А что сверх того, то от лукавого. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб»? А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Евангелие от Матфея, глава 6. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца нашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говори лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы нужду имеете прежде вашего прошения у Него. А молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим. Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть Царствие и сила и слава во веки. Аминь.
Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела, одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает? Коль не паче вас, маловеры! Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что нам пить, во что одеваться. Потому что все это ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Евангелие от Матфея, глава 7. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой мерой мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею?
Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобляется человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им». Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек,
но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному «пойди» и идет, и другому «приди» и приходит, и слуге моему «сделай то» и делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час». Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он, изгнав духов словом, и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем». И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерны?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Евангелие от Матфея, глава 9. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать:
прощаются тебе грехи, или сказать «встань и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мной». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи. Сберегается и то, и другое». Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дочерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Евангелие от Матфея, глава 10.
призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь, всякую немощь. 12 же апостолов имена – суть сии. Первый – Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Завидеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фадеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. А если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. Если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах с ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот, я посылаю вас, как овец, среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как и что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. И не вы будете говорить, но дух отца вашего будет говорить за вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучшие многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцем моим небесным. И кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцем моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца и мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет. Thank you.
Евангелие от Матфея, глава 11. «И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников Своих сказать Ему: „Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?“ И сказал им Иисус в ответ: „Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне“. Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: „Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано се: „Я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою“. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царствие Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: „Мы играли вам на свирели, а вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее“. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сила его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы вы во вретище и в пепле покаялись. Но, говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что в земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе“. В то время, продолжая речь, Иисус сказал: „Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне Отцем моим, никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко“. Евангелие от Матфея, глава 12. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: „Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу“. Он же сказал им: „Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако
невиновны. Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы. И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро. Тогда говорит человек тому, протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелял их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы». Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил, «Не это ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышав сие, сказали, «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, силою бесовскую». Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехидны, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка,
Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел», и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Когда же он говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Глава 13. Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». И, приступив, ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30.
Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: „Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им: „Враг человек сделал это“. А рабы сказали ему: „Хочешь ли мы пойдем выберем их?“ Но он сказал: „Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не подергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою“. Иную притчу предложил он им, говоря: „Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его“. Иную притчу сказал он им: „Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три мера муки, доколе не вскисло все. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: „Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира“. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: „Изъясни нам притчу о плевелах на поле“. Он же сказал им в ответ: „Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Еще подобно царству небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: „Поняли ли вы все это?“ Они говорят ему: „Так, Господи“. Он же сказал им: „Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. И, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: „Откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков, и Иоси, и Симон, и Иуда? И сестры его, не все ли между нами? Откуда же у него все это?“ И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: „Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем“. И не совершил там многих чудес по неверию их. Евангелие от Матвея, глава 14. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: „Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им“.
Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее». И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвой обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей и послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, возрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Евангелие от Матфея, глава 15. «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: „Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб“. Он же сказал им в ответ: „Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: „Почитай отца и мать“, и злословящий отца и мать смертью да умрет. А вы говорите: „Если кто скажет отцу или матери: „Дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался,
тот может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Лицемеры. Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступив, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Он же сказал им в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их. Они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланяясь ему, говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала так: «Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым. И он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу.
И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Евангелие от Матфея, глава 16. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры! Различать лица неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел. Переправшись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили: это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал им: что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек? И сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебов на 4000? И сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам? Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. И отозвав его,
Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а души своей повредит? Или какой выкуп даст человек за свою душу? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Евангелие от Матфея, глава 17. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лица его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. Присем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Когда он еще говорил сие, облако светлое осенило их, и сие глас из облака глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда? Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О род неверный, развращенный, доколе буду я с вами? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам,
если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Во время пребывания в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш, не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя». Глава 18. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, там лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотелся считаться с рабами своими, когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов.
А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слова сии, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, и следуй за мной». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царствие Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно».
Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в покебытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Евангелие от Матфея, глава 20. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около 3 часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и сказал им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около 6 и 9 часа, сделал то же. Наконец, выйдя около 11 часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома. И говорили: «Эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, а первые последними. Ибо званых много, а мало избранных». И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть. И предадут его язычникам на поругание, и биение, и распятие, и в 3-й день воскреснет». Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии 2 сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем». И Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на 2 братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа.
И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Евангелие от Матфея, глава 21. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите чере Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои. И он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне, осанна в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме. И опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорил им: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру уже, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней. И, ничего не найдя на ней, кроме листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: «Поднимись и ввергнись в море», будет. И все, чего не попросите в молитве, с верою получите». И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и святейшины народа и сказали: «Какую властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человеков?» Они же рассуждали между собой: «Если скажем с небес, то он скажет нам: почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какую властью это делаю. А как вам кажется? У одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. И этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие.
Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним сына своего, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: злодеи всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый и сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. А тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Евангелие от Матфея, глава 22. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званным: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлен, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц онных и сжёг город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий и говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу».
Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, не имея детей. Оставил жену свою брату своему, подобно и второй, и третий, и даже до 7-го. После всех же умерла и жена, и так в воскресении, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей, ибо в воскресении не женится, не выходит замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слыша, народ дивился учению его. А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобна ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“?» Итак, если Давид называет его Господом, как же он, сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. От Матфея, 23 глава, Евангелие. Тогда Иисус глаголит народом и ученикам своим, глаголе: «На Моисееве седалище седоша книжницы и фарисея, вся оба великаще рекут вам: блюсти, соблюдайте и творите, по делом же их не творите, глаголят бо и не творят, связуют бо времена тяжко и беднее относимо, и возлагают на плеча человека, перстом же своим не хотят двинуть их, вся же дела своя и творят, да видими будут человеки, расширяют бо хранилище своя и величают воскрилье рис своих, любят предвозлегание на вечерях и приседание на сонмищах и целование на торжищах, и звался человек учителю, учителю, выше не нарицайтеся, учители, един Бог есть ваш учитель Христос. Все же вы, братья, сте, и отца не назовите себе на земле, един бо есть Отец ваш, еще на небесе. Не же нарицайтеся наставницы, един бо есть наставник ваш Христос, больше вас, да будет вам слуха. А еще Бог вознесетеся, смиряется, и смиряйтеся, вознесется. Горе же вам, книжницы и фарисеи, лицемерие, яко снедаете суммы давиц, и виден
и виною далече молитвы творящие. Всего ради лишь примите осуждение. Горе вам, книжницы, фарисеи, лицемерие, яко затворяете Царствие Небесное пред человеки, вы бо не входите, не входящих оставляете в нити. Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего. А если тот, кто поклянется золотом храма, то повинен. Буи слепи, кое бо более златые, церковь светящая златом, и шаще клянется алтарем. Ниче сожи есть, а иже клянется даром, иже вверху его должен есть. Буй слепи, что бой поле, дар ли или алтарь святой дар. Иже оба клянется алтарем, клянется им и сущим мне вверху его. А иже клянется церковью, клянется ею и живущим в ней, и клянется небесем, клянется престолом Божьим, сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие, горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищений и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророками, украшаете памятники праведников и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их пролития крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змеи, порождение хидны, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот, я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого убили между храмами жертвенников. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивые пророки, и как
каменем побивая посланные к нему. Коль краты восхотекса, братья чада твоя, яко собирает кокош птенцы своя под крыле, и не восхотесте, все оставляется вам дома шпуст, лаколю по вам, яко немец, мене видите от селе, донешь речите, мой благословен гряды, во имя Господне. Евангелие от Матфея, глава 24. И, выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство наше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед скажу вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего,
и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубой громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в одни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Так будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь наш приидет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думайте, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов. Евангелие от Матфея, глава 24. Евангелие от Матфея, глава 25. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое.
И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. И болкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали и мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. И болкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из всех меньших, то не сделали и мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Евангелие от Матфея, глава 26. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие.
Тогда собрались первосвященники и книжники, и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каяфы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миру за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночные приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками. И когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предастся. Лучше было бы этому человеку не родиться». При сём и Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Равви?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Приимите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно.
побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли вы не могли один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот, приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Равви!» И поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявшие Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует! На что еще нам свидетелей? Вот! Теперь вы слышали богохульство его! Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его по ланитам и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же сидел вне, на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином». Но он отрекся перед всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня».
и, выйдя вон, плакал горько. Евангелие от Матфея, глава 27. Когда же наступило утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти, и, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иисус же стал перед правителем, и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни одно слово, так что правитель весьма удивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. И так собрались они. Сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель же сказал: «Какое же зло сделан он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничего не помогает, но и смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом. И сказал: «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу и, сплетши венец из стерна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного кириньянина по имени Симона. Сего заставили нести крест его. И, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти.
если он царь Израилев, пусть сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: «Я сын Божий». Так же и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была во всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахфани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые же из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрит, придет ли Илия спасать его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними была Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который тоже учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницу и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После трех дней воскресну“. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“, и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: „Имеете стражу? Пойдите, охраняйте, как знаете“. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Евангелие от Матфея, 28 глава. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. И тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем.
И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле, итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь».